Какая жесть, на. Ой, блять, ублюдок, а. Что ж ты делаешь? Ну, очнись. Брата моего, блин. Этот паук сломался. Я хочу заменить его на нового. А, этот подойдет. Нихуя ты, блять, охуевшая паскуда. Уходи. Чё решил, а? Не, ща отпиздим, ща. Нахуй! Да, бля, правильно. Воу-воу-воу! Так, запись идет, да? Ё-моё, серьезно что ли? Я не верю им. Даже Майлз Моралес вышел на ПК, пацаны. Для меня это было вообще удивление, что вы мне написали, да, в комменты. Под каким-то из видосов, да, меня еще попросили пройти эту игру, пацаны. Спасибо вам огромное, что вы написали об этом, потому что сам бы я, походу, и не узнал бы никогда. Может, узнал бы спустя там месяц, да, и то и больше, пацаны. Короче, сегодня мы впервые с вами поиграем в Spider-Man Miles Morales, ё-моё. Чё, как пацаки, с вами, как всегда, Никит, пацаны. И мы с вами сегодня просто посмотрим, да, немножечко так втянемся, да, в эту атмосферу всю, причем новогоднюю как раз-таки, да, тут уже зима, как и сейчас у нас, да, по крайней мере у меня уже снега лежит полно, да, кругом лед и, короче, морозно, что вообще, так что, я думаю, эта игра будет как раз, да, по погоде, так сказать, да, по настроению, короче, потому что... Пацаны, честно вам скажу, честно. Так, погоди, а что-то еще было до этого? Я, может, что-то не так нажал, пацаны? Что-то как-то началось странно, конечно. Но, надеюсь, ничего. Мне еще вот интересно, лагает ли камера, пацаны? Лагает ли камера опять? Я вот не знаю, понимаете, пацаны? Я надеюсь, что нет. Короче, опять же мы начинаем с чего, пацаны? Как всегда, с выбора сложности, пацаны. Ё-моё. Реально лагает, по-моему. Запись-то идет, надеюсь. Вроде все должно, да? Пацаны, капец, а? Погоди. А, я подумал, лаганула игра. Ё-моё, что только не происходит, а, пацанчики? Я в шоке вообще. Короче, не знаю, походу лагает реально камера, пацаны. Если что, вы меня простите, опять же, за такое плохое качество, да, как я снимаю иногда. Я пока что ничего с этим не могу сделать, извиняюсь, реально. Но в будущем я постараюсь все исправить, пацаны, чтобы наконец-таки все было просто шедеврально, да, чтобы мне не пришлось думать об этом. Короче, все, все, пацаны, у нас Spider-Man Miles Morales. То есть вы понимаете, кто это? Это, так сказать, Человек-паук из другой вселенной, да. То есть здесь есть обычная, так сказать, вселенная. А, даже их несколько, да, пацаны, как мы знаем с вами. Ну, кто фанат, то те знают точно. Есть несколько вселенных, и в них разный Человек-паук. Да, в каждой вселенной разный Человек-паук. И вот, соответственно, вот в этой именно вселенной у нас... Да, я не буду там обзывать, да, никак. Просто Майлз Моралес. Вот и все, пацаны. Когда я увидел... эту игру, да, я вообще охренел, честно вам скажу. Я очень хотел в это поиграть, и вот, наконец-таки, это стало возможным даже на компьютере, да, поиграть. В эту, я надеюсь, как раз-таки замечательную игру, пацаны. Все, ладно, все, я заговорился что-то совсем уже, блядь. Скажите, блядь, да начни уже, сука. Все, ладно, пацаны! Я надеюсь, это будет не зря, реально. Мы сегодня с вами все это посмотрим. И как всегда, тут, знаете, этот... уже рэпчик пошел, понимаете? Какой играет этот биток-то, блядь. Нихуя. Это, кстати, мне тоже нравится в этой игре. Ладно, все. Выбор сложности, пацаны. Что же мне выбрать? Этот режим подходит для тех, кому интересен сюжет, но не нужны чересчур сложные бои. Это же... ага. Сбалансировано впечатление. Пацаны, давайте изумительный. Давайте реально так сделаю.
Все-таки я хочу и то, и это. Я надеюсь, не так уж здесь хардкорно все будет, уж Человеки-пауке. Но я чего-то сомневаюсь, что будет прям сложно на самом-то деле. Не знаю, как будет потом, да. Может, мне придется все-таки уменьшать. Ну, ничего страшного, если что, я так и сделаю. Так, после субтитров обязательно мы с вами включаем. Да. Причем крупные, да, лучше. Чтобы вы тоже видели все. А то, может, они будут... А, тут озвучка же есть, правильно? Озвучка должна быть точно. Так что, пацаны, все, без проблем вообще. Русский. Ага, звук. Звук, пацаны. Так, ну, звук. Наушники есть? Во, вот и все тогда. Наушники так и оставляем с вами. Так, ну, в основном тут что, все правильно, да? Баланс звука 5. Ну, окей, почему нет? Пусть так и будет, блядь. Ага, все. Все, пацаны. Вроде все. Больше ничего я не вижу такого. Экран и графика я там уже настраивал до этого все. Так что, пацаны, не должно быть никаких проблем, по идее. Тем более игра 20-го аж года получается. Так, блядь, куда я нажал опять? О, все, начать, пацаны, поехали, наконец-то. Так, я записываю же? Все, все, отлично. Пацанчики, а? Ну я... Так, немного встревожен, но не прям, что, потому что я все-таки начало видел. Да, я смотрел тогда еще. Потому что я не мог упустить такое, на самом деле. Вот, пацаны, Spider-Man мне всегда нравился, не знаю. Я задержаюсь в штаб-квартире, купишь продукты на ужин, я скину список, блядь. Хорошо, мэн, спасибо. Ну вот, блядь, начало какое, а? То есть мы еще школьник, да, получается? Ну или в колледже, где мы учимся? Вроде в школе еще. Блядь. Надеюсь, меня не забанят за такой музончик, блядь, тут. А то потом предъявят мне. В итоге придется удалить аж. Не-не. Ну не должно быть, я не знаю, пацаны. А то реально всякое может случиться. Так, ага. Не за что. Ну, как всегда, Человек-паук это тот, да, человек, который добродушен ко всем. Круто. Да. По крайней мере, всегда так было, да. И тут так будет. Я помогу. Да, пацаны, а субтитры... Не за что. Слушай, а портрет нового паука тоже будет тут? Мелкого? Ага. Возможно. Просто первый мой герой, понимаешь? Понимаю. Эй, а магазин Тел где-то здесь? Ага, желтая вывеска через квартал. Не пропустишь. Спасибо. Прекрасная работа, кстати. Может, оставите место для новичка? Оу. На всякий случай. Так я не знаю, кстати, тут встретятся они, да? Два Человека-паука. Скорее всего, да, так будет. Конвой уходит рано. Надо поспешить. Погоди, а где субтитры-то? Я же ставил субтитры. Почему я их не вижу? О, блядь, началось, сука. Уже, да? Бля, пацаны, не знаю, будет лагать, нет? Я надеюсь, что нет. Если что, я потом настрою все, отвечаю. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, тут начинается самое охуенное, сука. Ебать. Ну, по сути, то же самое, что и в той, да, игре. Бля, подожди. Я не могу понять, где мои субтитры, алло. Я же ставил специально. Почему не сохранилось-то? Ну, а чё ты убрал-то, блядь? Всё? Будет? Нет? Ну, так... Ну-ка, смотрим, пацаны. О, наконец-то, все. Я очень рад видеть, как прошлогодних беглецов возвращают на флот. Хорошо. Ебать. Флот, конечно, жуткий, зато надежный. Ну, пока все дыры там хорошенько заделаны. Будем надеяться. Так, удерживая... Ага. И я на месте. Окей, окей, мальчик. Скажу маме, что буду поздно. Майлз, как дела? Получил список покупок? Да, блять, базар этот, сука. Не дают мне ничего сказать. Придется дойти до дальнего. Опа! Спасибо, дорогой.
Но не езди в Мидтаун. Там из-за этого конвоя просто ужасные пробки. Ага, хорошо. Увидимся за ужином. То есть тут? Бля. Он справляется со всеми этими тайнами. Я уже весь на нервах. Да, бля, потом-то будет вообще жесть, что? Я же знаю тут сколько этих, всяких противников будет в дальнейшем. Это жесть, пацанчики, реально. Так что я надеюсь, что я как-нибудь да смогу это все проходить, бля, потому что я не уверен, на самом деле, потому что я всегда, знаете, такой вначале, о, да легко там, а потом в итоге обсираюсь, бля, по-жесткому. Короче, тут мама, да, а там обычно была тетя Мэй, так что, в принципе, разницы никакой, но... Спокойно, дыши. Поможем Человеку-пауку защитить тюремный конвой. Легче легкого. Блять, так а Человек-паук-то тут тоже обычный или нет? Я-то не видел что-то. Ну, бай. Что-то он сквозь текстуры как будто ходит. Это нормально? Ты здесь? Просто заливаюсь топливом. А, да, слушайте, реально. Ебай. А здравствуйте. Пьешь? Очень осторожно. Да. Ну, вперед. Геликс 2, везем тяжелый груз. Понял, Геликс 2, мы вас видим. Да, пацанчик. Это важное дело. Наверное. В том году с плота сбежали сотни людей. Теперь пора вернуть их обратно. Полиция не хочет рисковать. Особенно с нашим дорогим гостем. У нас тут серьезные проблемы. Там тот, кто помогал Октавиусу? Наверное. Может, стервятник, может, скорпион. А может, кто покрупнее. Так, я боюсь. А, носорог, что ли? Носорог. Погоди, Рина. Или как правильно зовут, пацан? Если это он. Кстати, вроде он как раз, или нет? Бля, ладно, не буду просто так базарить. Уже смотри, смотри, что, блядь, творят, а? Пиздец, только начало уже. Тыры-пыры, блядь, смотри, что. Что творят, блядь? Унижаем копов, пацаны, как обычно, да? Потому что достали уже нам. Все ее, все поломали, бля. Сейчас вылезет какая-нибудь тварь там. Жертв нет. Груз в опасности. Ну, сейчас посмотрим. Геликс 2, ждите. Пит, друг, прости, я не хотел. Все нормально, мы справимся. Надо только собрать все до... О, о! А вот и привет, блядь. Смотри, на. Бля, ну я же так и знал, ну. Я же так и знал, бля. Носорог, ебаный. Ой-ой-ой, что-то он здоровый прям, слышите? Охуеть. И он тут какой-то слишком вкачанный, походу, тоже. Ой, еще и преступников, блядь, освободил, охуеть. Тебе надо поймать заключенных. Да, точно, я займусь. Бля, пиздец, все, пацаны, уже начинается, сука. Даже драка, я в шоке, я не думал, что все так сразу, блядь, будет в одной серии. Так. Чтобы нанести паучинный удар, нажмите F. А, вот и все, да? Ебать. Ну-ка, не, блядь, по-моему, то же самое все. Пацаны. Все то же самое вроде как. Блядь, лагает, нихуя себе. Ой-ой-ой. Че, у меня ком взорвется, блядь, такого графона, ебать. Все-таки игра-то на PlayStation, блядь. Понимаете? Ну. Ой-ой-ой. Ну-ка. Но! Блядь, все типично, слушайте, пока. Не знаю. Ну что, как успехи? Ой. У меня удивление, да, только от графона, в основном. Ну от того, что я зашел все-таки. Да, сюда. Попал, блядь. О! А? Ну та же самая схема, все понятно. И это тоже, да? Пацанчики, слушайте. Так, кого? Я не могу подвести Пита. Лечиться можно самому? А, да? Там как раз мне этого не хватало, я что-то не понимал. Там как было, пацаны? В той части. Бейсбол по тебе давно плачет.
Бля, че он там все базарит, нахуй? Я их даже не слушаю. Так, тихо, ну. Бля, как тебя убить-то, нахуй? Ублюдок. Че он, блядь, делает? Он скакал, типа, или че? Я не понял. Куда делся-то носорог? Алло. А, вон он, вернулся, блядь. Так, давай уже всех и забьем, наконец. Да и все, блядь. Тут делов-то на самом деле. Короче, в той части ХП восстанавливается только через время, да? А тут можно сразу. Это, кстати, ой-ой-ой. Хорошо. Майлз, мне не помешай помощь. Ты не занят? Так, что, придавило, блядь? Только свой праздничный настрой, Алексей. Алексей? Какой Алексей? Что? Я Майлз, блядь. Пиздец, а какой? Давай, ебашь его, на. Уже давно пора. Кого-то полисмены что-то сделают в такую ситуацию. Вообще не верится нам. Только мы и делаем, да, дела. О, блядь, ну-ка. Он вон он, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как там дела? Так, ну догоню, нормально, пацан. Один за минимизацию ущерба. Заголовки завтра в югол будут просто... Так. Чё? Если проблема будет только в заголовках. Уф, нихуя себе. А тут погоняться, пацаны, и все. Немножечко придется. Как-то мне не нравится все это. Зря ты так думаешь. Пойдем, мы точно сможем его остановить. Так давай уже, че? Не хочешь мне помочь? Так а как, че нажимать-то, блядь? Куда? Ой, блядь. И не пойму, где... А, вон, все. Должно сейчас быть, да? Да. Ой, блин. Нет, только не торговый центр. Так, что делать? Управлять надо. Блин, а как? Я сейчас сам умру, ё. Что творится, пацаны? Я в шоке, блядь, реально. Какой, блядь, сука, экшон пошел уже. Я не был готов к такому точно. Так, погоди. Так, чё? Тут еще и так надо нажимать. Пиздец, блядь. Так, оп. Окей, я надо запомнить, что тут тоже так надо. Так, успел, пацаны, успеваем. Спокойно. Так. На. Подыхай уже, а. Гандон, блядь. Все базарят он что-то там. Он угроза? Нет, мягко. Пиздец, а. Он бездумная угроза. А, опять ты, на. Он бездумная. Как всегда. О, Джона, классный вид. Очень яркий. Угроза. Отлая. Коварная. Чокнутая угроза. Бля, когда это кончится? Когда это все кончится, а? Уже поздно. Ой, блядь. Привет, мам. Гонюсь за носорогом, чё, блядь, не так. Сука, все как обычно, блядь. Да, тренируюсь сам. Я тусую, блядь, на районе. Так, давай. Так, сука, чё же делать-то, а? Сейчас или никогда. Сколько мне за ним гоняться-то еще? Я уже устал что-то, блядь. Так, ну. Как? Надо уложить его, срочно! Да, да, что нам делать? Поднимем температуру. О, вот это ты, конечно, блядь, придумал, нахуй. Сейчас же сам взорвешься, блядь. Дуралей, блядь. Ёпарас, это, ну что это? Я, блядь, не понимаю этих. О, так он, нихуя, ему похеру вообще, что ли? О, нет. Порядок, я его достал. Он идет к тебе, будь готов. Хорошо,
да. А как его убивать тогда, блин? Дух переведу. Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. Это только начало. Понимаете? Ой, блядь, сука. Нано? Чё? Чё, блядь? Пиздец, на. Всем вам пришел. Так, давай, оп-оп. Ну, блядь. Тыры-пыры, блядь. Тыры-пыры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, погоди. Вон бегает, вон он, пацаны. Живой, сука. Как ни в чем не бывало. Так. Ой-ой-ой. Так, тихо-тихо-тихо. Чё придумать, пацаны, я не знаю. Надо сначала этих, да, всех загасить. Чё, полисманы меня стреляют, а? Так. Я здесь, блядь. Пацаны, я иногда останавливаю запись, да, чтобы точно все сохранилось, так что да, иногда будут такие вот промежутки, где, короче, либо пауза там, либо что, не знаю, как там смонтирую, короче, вы увидите. Так, блядь, надеюсь, вы поняли, блядь, сука, поняли, блядь, сука, как? Чё, какие-то цифры нажимать? Фаталити, что ли, еще? Да? Ёб-моё, блядь. Пацаны, ну все. Оп-оп-оп! На, бля! Лежам, басасамба, чё? Хо-хо! Так, готово, да? Так, пацаны, вон еще, блядь, эти стреляют, сука, опять они. Все никак не поймут, блядь, что это все, сука, бесполезно. Лучше бы в носорога стреляли, ё-моё, не в меня. Вот серьезно. Чё к чему? Так. Чё там? Не подведёт. Он всегда побеждает. А, вот так даже можно, нифига. К себе их тянуть. Окей. Окей, пацаны. Не, ну это я разберусь, пацаны. Это я разберусь со временем. Так что не переживайте. Ой, блядь, сука. Но! Ну-ну-ну, блядь! Итак! Сука, еще и позвонили мне, короче, пацаны, не знаю, вообще что-то. Туплю я, конечно. Вообще путаюсь уже. Что делать-то надо? О, сюда, да, и все. Капец. Еще и этого Питера Паркера нахуй убивают уже, пацаны. Представляете? Какой трэш, блядь. Какая жесть, на. Ой, блядь, ублюдок, а. Что ж ты делаешь? Брата моего, бля. Этот паук сломался. Я хочу заменить его на нового. А этот подойдет. Нихуя ты, блядь, охуевшая паскуда. Уходи. Чё решил, а? Не, ща отпиздим, ща. Нахуй! Да, бля, правильно! Воу! Нихуя себе, что умеет, бля. Чё, электрический заряд, что ли? А, это ещё не всё! А, блядь, я думал, всё. Закончим на этом, наконец. Так, окей. И что? Чтобы нанести тебе удар... А, вот так вот? Все, понял. Уф! Да что? Бля, новые способности какие-то пошли уже. Охуеть. Это что за удар еще такой был? Да все, сейчас я тебе, блядь, покажу, нахуй. Запизделся ты что-то, а, слушай. Сейчас тебя накажу, блядь, напоследок, а. Посмотрим, как ты потом будешь тебе базарить, а, после такого. Уже хер поговоришь даже, да? Блять. А, сука, не тут-то было, а? А? А, блядь. А все равно что-то это. Не так-то и хорошо все. Я думал, реально уже сейчас
Я, погоди. Почему я все боюсь, что запись не идет, пацаны? Я почему-то думаю, что не идет запись. Я же не вижу, блин. Так, ну. Еще так же надо это, хуящить дальше. Так, окей. Ну да, а чё? Да какой Алексей? Почему Алексей-то? Его реально так зовут, что ли? Алексей, блядь. Лёха, давай, блядь, это. Иди уже, успокойся, блядь, не знаю. Чё творишь-то, блядь, с ума сошёл? Блядь. Что? Алло! Бля, я сдох, пацаны. Чё к чему, Лёха-то? Его разве не Рина зовут? Вроде как Арина. Арино. Я помню. Как это может быть? Он еще это... Погоди, это получается... Он, да? То есть чел какой-то. Залез в этот костюм, получается, да? И вот что. Блядь. Сука. Алексей, Алёша, блядь. Иди, блядь, просрись, нахуй, я не знаю. Это пиздец какой-то, слушай. На, блядь. Ага. Отсиди, блядь. Да. Иди, блядь, подумай над жизнью. Ой, блин. Так, ща, пацаны. Ща будет, отвечаю. Дайте мне немного это, настроиться, блядь. И все. Ой, блядь. Ща, погодите. Ща. Опа! Блядь, да как тебя убивать-то? Погоди. На него можно как-нибудь залезть или нет? Это он же сам, да, залезает на него? О, все, есть, пацаны. Сила есть, блядь. На. Как говорится, ума не надо, блядь, главное хуячить. О! Так, погоди, оп. Да хватит, Как это я помираю, блядь? Так, давай. Все. Оп! Хорошо. Давай. Концовочка, блядь. Блядь, сука, у меня... Какой, блядь, ветер в поле? Ты чё, блядь? Шизик, нахуй. Бля, ёбаный пиздец, а? Пацаны. Дайте мне силы убить его уже, а? Я прошу вас. Ну. Да, блядь. Так, тихо. ХП есть, пацаны. А, ё-моё, я потратил всё на ХП. Пиздец. И чё делать-то? Надо его уже бить, да? А, вот, да. Ой. А, все, смотри. Ура. Давай, все. Бум-бум, блядь. Наконец-то, я. Ты, блядь, эту... Поспи уже, а? А? Смотри-ка, первый босс уже что делает, а? Я же вам говорю, жесть будет какая. А потом вообще. Там чухнешься, пацаны. Я вам говорю. О, приехали, блядь. Роксон. Армеец. Так, ну время убегать, как бы. Да, носорога пусть забирает. Парни. Ладно. Так. Просто. Здорово. Так, ну чё опять? Саймон Крик. Шеф по науке Роксон Эммет. Рад знакомству. И... Ой! Пацан! Кажется, наш мяч угодил на ваш двор. Не, вообще-то вы помогли. Мы только купили участок, хотели расчистить слегка. Но вы нас опередили. Я благодарен. Вам обоим. Разобрался с носорогом. Один. Не и один. Блядь, не один! Но он еще опасен. Нет, мы сдадим его полиции. Я считаю, что городу спецвойска ни к чему пока. Не случится что-то такое. О,
долг забил? Был рад с вами познакомиться. Лучшее впереди. Бля, я думал, сейчас что-то будет, какой-то жесткий разговор там, да? Вон. Ну, пойдем. Не будем мешать полиции. Ну, уже, да, не надо. Да, ладно. Блин, я думал, сейчас будут стрелять в нас, Саша. Аж, да, как обычно, типа. Полисмены же против нас, да? А тут что-то... Биоэлектричество. Ух ты. Ничего такого. Честно, немного завидно. Нормально относится. Эй, послушай, я ничего про это не выяснил. Может, провести завтра тесты? Замерить напряжение? А, черт, прости, Майлз. Я все собирался тебе сказать. Мне придется отъехать на несколько недель. Это что, шутка такая? Нет. Бьюгл отправляет МДЖ за океан, а я с ней как фотограф. Совместный отпуск-командировка. Вот блин. Подожди, а как-то можно? О, пацаны. Наконец-то, я думал, так пропускать все-таки диалоги придется. Короче, я говорю, что в одной вселенной, да, каждой, один Человек-паук. А тут получается их два. То есть это какая-то еще другая вселенная, где два Человека-паука, да? Наверное, так, пацаны, если я опять же не туплю. Я же не знаю прям уж совсем, но я слышал где-то, да, я играл во всех Человека-пауков соответственно. Я более-менее что-то там знаю, но не факт, что правильно, конечно. Короче, я надеюсь, поймем потом, да. Так, ну все, продолжаем тогда. Слушай, не знаю, готов ли я работать один. Я так облажался в прошлый раз с вертолетом. Зато потом и справился. Ты спас мою задницу, Майлз. Мне повезло. Слушай... Я занимаюсь этим делом уже 8 лет без всякой подстраховки. Представь, сколько раз я косячил. Все набивают шишки. Что это? Подарок на Рождество. Но сперва ты должен принести клятву. О, ну, ладно. Обещаю делать все, что в моих силах, чтобы защитить этот город. Обещаю! Вот так. Это настоящая клятва? Конечно. Я же не только что ее придумал. Ну да. Увидимся через пару недель, паук. Опа, сын! Паук в Нью-Йорке. Единственный. Я единственный паук в Нью-Йорке. А, вот, видишь что, видишь? Я же говорил. В Нью-Йорке, а он откуда, получается? Он просто сюда попал как-то... Как-то попал сюда или что? Только бы не облажаться. Ну вот, пацаны, что. Вот оно, вот оно! Бля, авторские права точно влепят, пацаны. Ну такое, ну ладно, ничего страшного. Кайф, кайф. Пацаны, ну чё я вам скажу? Так, погоди, как открывать? Алло! Куда нажать? А? Не понял. Чтобы вот это, да? А, всё. Биопинок какой-то ещё. Ёпарас, это смотри-ка, реально новые способности опять же, пацаны. Другой Человек-паук, другие способности, да? Не, ну хорошо, хорошо, чувак, ладно. Необычно, по крайней мере. Ты где сейчас? Смог попасть к нам? Ага, твоя мама пустила. Уже распаковался. Разбросал вещи по полу. Вышел так, в парк. Отлично! Иди к амфитеатру. Кое-что покажу тебе. Чел, это что-то паучье? Осколок рога-носорога или типа того? Я видел, так, что ты... его смерти. Просто чума! Что? Это точно что-то паучье. Кувырки? И намного лучше, чем рот. Ой, обожаю сюрпризы. Уже бегу. Да, пиздец, пацаны, чего только нету, а, уже. Ну, это очень отличается от первой. Ну, прям вообще намного. Короче, пацаны, чё? Чё мы с вами делаем тогда? Пока что закончим, да? У меня уже аж темнело за окном вообще. Зимой-то раньше, да, вообще.
темнеет, ё-моё, аж в 6 часов уже начинает. А у меня уже где-то под 7, аж, понимаете? Короче... Так, музыку можно потише, пожалуйста? Ты что-то слишком орёт она. Вот так оставлю. Короче, пацаны, вот мы с вами посмотрели, да, сегодня на эту игру. Но я скажу, что пока что неплохо, да, неплохо. В принципе, я не против продолжать, потому что хотя бы тут как-то, но... Чё-то да новое, понимаете? Чё-то новое все равно. В отличие от первой части, где я такой, ну... Типа, а чё, мы этого не видели раньше, что ли, да? Я не заметил никакого, типа, преимущества, да, ну, каких-то плюсов в первой игре, да, которая вышла в 2018 году на PlayStation также. Я почему-то не втянулся, да, в нее, как я надеялся все-таки. Я-то верю, что ой-ой-ой-ой, там будет вообще шедевр, а в итоге что-то все не так, пацаны, оказалось, да. Короче, я надеюсь, что эта игра меня тоже не подведет. И на протяжении, да, всего прохождения, если вам, пацаны, конечно же, понравится, да, все вот это вот, и вы захотите продолжение, то обязательно, пацаны, мы с вами продолжим эту игру. Так что, все, не забывайте про лайкосики и комментарии, пацаны. Я думаю, что эта игра реально заслуживает внимания, да. Ну, как я считаю, в отличие от первой, да, части. Но мне так кажется, не знаю, пацаны, что в итоге будет. Все, пацаны, пишите. Всех увижу, всех услышу. Всем вам огромное спасибо за просмотр, пацаны. Надеюсь, вам все понравилось в этом видео, да. Все, пацаны, давайте. Всем вам удачи, пацаны, не болейте. Всем вам пока-пока, пацаны. Хорошего вам настроения, реально. Скоро Новый год. Понимаю, что есть все причины для того, чтобы грустить. Но я надеюсь, что... Чему-то-то радоваться надо, да, все-таки. Какие-то позитивные мысли должны быть в любом случае, пацаны. Так что все, не расстраиваемся, реально. Все, пацаны, встретимся в следующий раз. Всем пока-пока, пацаны. Пока.